Доброго времени суток, дорогие друзья, Мурзик, не убегай. С вами Алексей, мы продолжаем, сказал же не убегай. Мурзик, погнал Мурзик, круг почета, наверное, сейчас будет делать. Продолжаем посевную, у нас апрель, да где он? А, вон он, круг почета сделал. У нас апрель, много людей высказалось по поводу вот этой вот большой сеялки, в том плане, что неудобная она не для этих полей, не для этих размеров. Ну, может быть, но не знаю, мне понравилось в прошлой части, как отработал вот этот вот трактор. Буквально за серию все это дело запилил. Вот. Я, конечно, согласен с тем, что наши 6-метровые сеялки давно уже... Можно поменять на 2 12-метровые, допустим. Ну, захотелось вот Джоанке вот такого гигантизма. Поэтому... Ох, сестюки, смотрите, как красиво уложены. Богатство. Богатство. Так, хорош трындеть. Давайте наблюдать, кто чем занят. Запускать отдохнувших работников на работу. Заработать. Требуются рабочие для работы на работе. Оплата. Оплата деньгами, да? Так. Заправщик. Заправщик пока. Пока проканает. Поканает, точнее, на 56-е поле. Так, здесь нам нужно чего? Полольник, по-моему, да? Да, сорняк растущий, полольник прикатать. То же самое сделать на 39-м бешеном огородике. Кстати, просили посмотреть, сколько он гектар. А где это у нас все пишется? Вот я только забыл. А мы сейчас не посмотрим, потому что объединенные поля вот этот вот мод не показывает. Так, там у нас какие поля соединены? С 36 по 43-е. 36 по 43. Ну вот, давайте будем считать. Калькулятор бы. Сейчас я калькулятор открою. Я даже не поленюсь. Я даже не поленюсь. Я открою калькулятор на мобильном телефоне. Так. 36. 1,15 плюс 1,02. Плюс 4,4, плюс 4,42, плюс 1,21, плюс 1,96, плюс 1,92. И плюс 0,89. Получилось 16,97. Ну, грубо говоря, 17 гектар. Вот этот вот огородик наш. Вот просили посмотреть. Это чисто вот поля объединенные. Между полями вот эти вот перемычки, которые были, они здесь не учтены. Ну, грубо говоря, 17 гектар. Вот это вот большое поле. Также попросили показать, сколько часов я на этой карте. А где это видно? Где это смотрится? Я не знаю, где это можно увидеть. Здесь? Нет, не здесь. Вот это статистика. Так, время. Лет в игре 11. Время в игре 406. Ну вот. Вот оно время тикает. Вот это, наверное, время на этой карте. Потому что я ни на каких картах больше других не играл. Так, все. Просьбы выполнил. Вроде бы. Вот там еще, правда, просили. Покажи, как пользоваться курсплеем. Но это вы на канал Люфта зайдите. У него есть очень моноподробный гайд. Вот там это все он разъясняет, объясняет, разжевывает.
Так что. Ага. Все понятно. Так, вот. С ближайшей точки. Сорго, удобрение вперед. Так, и вот тоже с ближайшей точки. Развернуться только. А то он сейчас тут ближайшую точку не ту найдет, какую надо. Да, вот сюда, вот с этой ближайшей точки тоже уперед. Ух ты, там камушка осталась, зараза. Не дособирал. Ну ладно, теперь уже их не соберешь по посеянному. Ладно, фиг бы с ним. Так, вот этого красавца. С мотыгой мы отправляем на базу. Так, здесь прикатывать же не надо. Здесь прикатывать вроде не надо. Все, дополнительный урожай 100%. Осисяй, ждем и молимся. Чтобы наш хмель не пожрал долгоносик. Вот, кто играл в игру Stronghold в начале 2000-х, тот в теме. Милорд, ваш хмель пожрал долгоносик. Так. Бомба игра была на тот момент. Так, мотыга, где у меня? Вот здесь, в этом дворе, по-моему, мотыга стоит. Мы ее сейчас ополоснем. Трактор пока не буду, потому что прицепим к нему полольник. Вот. Так, здесь у нас что стояло? Так, вон он, полольник. А здесь что было? Блин. Не помню. Может, тут мотыга и была? Ну да, рядом с полольником было бы логично, чтобы она здесь стояла. Здесь мы ее и поставим. Так. Так, и погнали мы. На какое поле мы погнали? На какое? Так, виды культур. Созревание меня интересует. Вот. Здесь рассадница, ничего еще не посажено. С 28-м мы все закончили. Так, на 33-м нужно... Нужно сажалочку и нужно свеколочку. Значит, на 32-е сейчас с полольником вот этого красавца отправим, а его напарника с сажалкой на 33-е, да. Так и сделаем. Так, это у нас сколько? 15 метров. 32-е поле, 15 метров. Есть такой курс? Есть такой курс. Загрузить, утвердить, опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев. Так. Вон она, начальная точечка. Сейчас мы сорняк изничтожим на корню. Так сказать. С начальной точки. Уперед из песни. О! Осисяй. Так, эти работают, ребятки. Вот этот товарищ мне нужен. Для начала вот это безобразие помоем.
О, пойдет. А вот этот мыть не будем. Так. Сажалочка. Так, нету ни семян, ни удобрений. Все как обычно, все как мы любим. Так, тут кукурузка. Кукурузка мне не надо, мне нужна свекла сахарная. Вот. Так, она заправится? Как ее заправить? Ага. Надо, наверное, разложить. Да, семена заправляться должны вот сюда куда-то. Не? Не сюда? Или там нет семян? Есть семена? А-а-а! Тут нету вон чего. О, заряжаем. Этой добавки, добавки нету. Вот эти канистры сейчас нальем сюда. И будут у нас семена работать. Это, наверное, красненькая самая жидкость, да? О, о, о! Работает! Ура! Так, и кошелочку откроем. Надо будет удобрение сюда тоже. А, подождите. Там же поле, по-моему, удобрено или нет? 33. 33. Созревание. Состав почвы. Да, оно удобренное. Удобрение не надо. Все, закрываем кошелку. Полна коробочка. Погнали. Так, свекла, и нужно выбрать, чтобы он сеялку, удобрение сеялкой не активно. Вот и все. Так, что у нас 12 метров? 33 поле 12 метров. 2 по 12. Нету. Нету. Плохо. Так. Дать работу. Даду. Чпоньк. Чпоньк. Трэм-барэм-барэм, парэм-барэм-барэм, 0-0-0-0-0, сгенерировать. Вот. Сразу сохранить. Вот так.
Свекла? Свекла. Все, с начальной точки. Погнали. Есть такое дело. Далее. Далее, вот к этому товарищу нужно прицепить большой-большой полольник. Сейчас мы этим займемся. Смотрите, а сеялка сделана так, что она колею повторяет, да? Интересно. А почему он там спотыкается? Оп! Странно, как-то подпрыгивает зачем-то. Непонятно. В принципе, сеялка не грязная, можно ее и не мыть. Так, чутка слегка. Эй, как ты посмел? Блин. Жаль, но... Лошадь была бешеная, пришлось пристрелить. Пойдет. Так. Полольник, полольник. А, полольник тоже там же, за забором. Я забыл. Да, сначала полольник, потом прикотальник. Подзаправить надо трактор. Что-то он топливо съел быстро. Так, а пока он заправляется, надо, во-первых, заглушить двигатель. Так, здесь. Ну, здесь семян хватит. Семена наверняка нам понадобятся вон там. Зря я его сюда отогнал, этот трактор. Семена, скорее всего, закончатся на 33-м поле.
Угу. Молодец. Будешь как великий нехочуха. Так. Удобрение, семена, подсолнух. Так, подсолнух мы этими сеялками не посадим, правильно? Да, это нужна сажалка. Значит, сеялки в стойло. Сеялки в стойло и катки цеплять к ним. Жалко, у нас одна, да? Ну да. Этот дорогой товарищ же скоро закончит, а в принципе без разницы, да? Так, 12 метров, 32 поле, 2 по 12. Влево, с начальной точки. Ну-ка, здесь с сорняками все в порядке, да. Нужно только прикатать. Попёр бобёр. Вот так. О, пойдет. Спрашивали, кстати, про автодрайв. Буду ли я его использовать? Нет, на этой карте не буду. Когда я начинал, его еще не было, а потом, когда он появился, уже я привык без него здесь работать. И сейчас, честно говоря, мне лень писать маршруты для автодрайва. Вот умею ли я им пользоваться?
В 19-й пользовался, в частности, на карте Аберталь. Вот там прям без автодрайва никак. Карта здоровенная была, так что... На Абертале в 19-й я им пользовался. Здесь, может быть, на какой-то другой карте будут пользоваться. Изначально маршруты все создам. Вот на этой карте нету. Не вижу смысла, потому что летсплей уже мелкими шагами движется к завершению, так что... Так что... Так, 39-е поле, 27 метров. Так, а чё мы... Вот. Чё-то подвисло всё. С начальной точки, конечно же. Так, а какой у тебя курс? Ну-ка, покажи-ка. Ага, поворотка, тарам-барам-барам, и заканчивается вот здесь. А у этого, если мы на 39-е поле 24 метра поставим, какой будет курс? Это точно 24 метра? Да, тоже поворотка и тоже заканчивается здесь. Хо! Или это я вижу тот курс? Не пойму. 39-е поле 27 метров. Ага, здесь вот так, вот так, вот так. Заканчивается здесь. Тут. А это... Нет, это 24 метра. Заканчивается в одном месте, мы можем его следом пустить. И они не должны друг другу мешать. Теоретически. Сразу для экономии времени. Тот момент, когда свободных тракторов на ферме не осталось, только садовые, да? Вот он, прототип нашего мега-мульчера. Мододелы взяли за основу вот этот аппарат и вместо катков присобачили то, что вы видели, да? Вот он, то есть он не поднимается, он тупо вот так вот разложился и все. Ну давай, вперед. Так, а этот что-то не крутится даже, смотрите. Те крутятся, этот нет. Здесь крутится. Этот не крутится.
реально не крутится. Он хоть прикатывает? Ну, как какая-то пыль из-под него летит. А, вот, закрутился. Закрутился. Завертелся. Будем считать, что прикатывает. Оп, оп, оп. Разошлись, как море корабли. Красота. Движуха. Прям. Настоящая. Так, кто есть ху? Где, что? Никто не сачкует? Так, ты тут для подстраховки. О. Гигантелла. Что-то он на поворотах как-то. С заносом идет. Непонятно. Ну, вроде бы это. Вроде бы. Прикатывает, что ли. О. О, как. Хорошо прикатывает. Тут тоже все. На мана. Заблокирован. Ты кто? Ага, вот так, да? А чё? Чё этот поднял дузло своё? Не понял, я не могу ничего. Они вообще поворотку вроде проехали оба. Этот просто ехал уже на разворот. Понятно. Как обычно, слишком близко к поворотной полосе следующий челночный проход, и они встретились и не смогли разъехаться. Бывает. Бывает. Сейчас мы его запустим вручную, и он поймет, что он был неправ. Понял, как ему нужно действовать. Началось. Вот стоит только вот так сделать, и все сразу нормально. Он назад не может сдавать, думает, что ему вагончик тот мешает. Ну, ну да бог с ним. Неприятность эту, как говорится, мы переживем. Так. Вот про эти не забыть. Это сейчас у нас вот этот товарищ поедет. Так, а сколько у него семян? В принципе. Вот этот вот и не нужен будет. Можно его на базу отогнать. Потому что мы на базе сажалочку тут подзаправим. И тех семян на тот огородик хватит.
Так, здесь справляется, здесь справляется. Ага, все. Есть такое дело. На 33-м поле у нас растет свекла. Отлично. Да что ж с вами не так-то, а? Ты задолбал. О. Сейчас этому места не хватит, да? Или этому хватит? Не, этому вроде хватает. Сейчас я за тобой здесь прослежу, а то тоже будешь орать. Что места мало. Да-да-да, катки не поднимаются, нифига. Это вот с этого агрегата Мега Мульчер срисован. Так, ну этот без проблем, в общем-то. Не орал особо-то. Так, а там у нас удобрение. Вот сюда удобрение нужно будет зарядить. Сюда удобрение нужно будет зарядить. Попробую так заправить удобрениями. Получится? Нет? Да, получается, наверное. Заполняет все. Без проблем. Даже кошелку он открыл сам. Прям под этими, да? Нормально. Заправил. Еще давайте один мешок зарядим сюда. Все, пойдет, хватит. Так, теперь семена. Чего? Все, кончились? Ага. Thank you.
Ну-ка. Все, сорняков нет. Теперь 33-е поле, 15 метров. Где он начинается? Он там начинается. И избавимся от сорняков здесь. Все. Отлично. Так, тут дела идут. Тут дела идут. Тут заправились. Поехали на микроогородик. Вот, также спрашивали, почему я не использую жижу хотя бы на мелких полях. Вот, я ее берегу. Хочу в дальнейшем прикупить из причиндалы вот эти, из DLC, шланги и насосы и т.д. и т.п. Вот, я понимаю, что это геморрой, что это все вручную, но интересная механика. Мы ее попробуем. Поэтому и не использую пока. Так, 12 метров. У меня, по-моему, даже и нету курсов. 62-е поле. Нет, есть 12 метров. Есть, есть, есть. И он, по-моему, без поворотной полосы идет у меня. Или с поворотной? Нет, с поворотной. Это, судя по всему, поворотная полоса. Окей. Эй, те, стоп! Чуть свеклу не посеял. Подсолнух. А, подсолнух и... удобрение сеялкой. Вот так. Вот. Вот так. Уже лучше. Уже лучше. Отлично. Здесь прополочка идет. Здесь заканчивают укатывать ребятишки. Укатали. Сейчас вот эти вот углы еще укатаем вручную. Наверное. Блин, пролетел. Оп. И где-то вот здесь вот неукатанный на повороте был. Так, ну это ладно. Вот эти вот кусочки уже не буду я. Так, все. Ждет здесь, пускай.
Это да. Это мы можем. Опять на том же месте, да? Я же вроде вот эту удалял фигню, или нет? Вспомнил, я говорил про то, что... Тихо. Во. Говорил про то, что нужно две поворотных полосы сделать, а сам... Ну да. Сейчас нужно тогда немножко отпустить вперед. Вот этого. Этот трактор как-то более мудро разворачивается. Да давайте фору тому немножко дадим, чтобы он вперед ушел. А потом этот с ближайшей точки запустим. Так, подсолнух пошел. Все здесь заканчивать тоже. Тридцать второе поле у нас готово. Ну все, друзья, я, наверное, за кадром уже доделаю. 33-е, 56-е. И вот этот вот огородик там докатать, дополоть, в общем-то. Я думаю, ничего такого сверхувлекательного уже не будет. Да увидимся, я думаю, с вами в апреле. Ой, в апреле, в мае. Апрель прям затянулся сильно, да. Но зато все в работе, все в движухе. Это прям радует. Так. Прополочка. Посадочка. Так, давай, с ближайшей точечки. Укаточка, укладочка. О, пойдет. Увидимся в игровом мае. Здоровья вам и удачи во всем. Пока.